Привет! С вами, как всегда, я, сам Фокс. И сейчас я опять покажу, как сделать такое крутое интро, как у меня. Вы этим тоже будете пользоваться. Это вам пригодится. Для этого выбираем. Заходим на такой вот сайт, Panzoid. Сейчас я вам покажу. Просто вбивайте на английском. Panzoid.com. Ну, я напишу сейчас. Вот он высвечивается. Вот так. Выбираем вот из этого всего. Ой, у меня насморк. Клипмейкер. Извините, что насморк у меня. И в этом клипмейкере открывается множество всех интро. Лучше всего это все на ПК делать, на компьютере, потому что на андроиде все будет лагать, и вот этого вот окна не будет. Выбираем интро, которое нам понравится. Если подходящего мы не нашли, можно перезагрузить страницу и новое появится. Ну, вот, например, вот такое. Тоже прикольное. 3D-шное. Ну, пока все более понятно, потому что вот ничего не зависает. Ага. Вот оно прогрузилось. Еще вот так вот. Буква тут. Your name. Синет. Давайте. Вау! Вот. Интро. Самое крутое. Это то, о чем я мечтала вообще. Реально прикольное интро. Давайте прокручиваем. Видите там? Your. Вот это вот your как раз. Надо заменить на свое. Это может стать моим новым интро. Не знаю, что я напишу. Sun Fox, например. Sun Fox. Оставляем. И второй слой текста. Пишем тоже Sun Fox. Sun Fox. Все. Первую строчку мы сделали. Теперь вторую. Вот это вот name. Я не знаю, куда ее девать. Может, ее и удалить надо. Я не знаю. А Sun Fox увеличить. Не знаю, короче. Сейчас попробую ничего писать. Сначала ничего не писать на этом name. Вот так. И так. Вот только желтая осталась. Только надпись. Это мы тоже стираем. Можно полностью удалить, но я пока этого делать не буду. Посмотрим, как вот так будет выглядеть. Ну, оно сверху как-то. В целом, неплохо выглядит. Можно цвет текста менять тоже. Наверное, я удалю. Вот они нужны. Так. Когда у меня было название канала Баняш Фред Фокси, мне было трудно делать интро. Надо там уменьшать было шрифт и много чего. Вот, короче, смотрите, можно менять цвет. Вот, она зелененькая такая, вот. Стал зеленым. Можно еще синеньким сделать. Сейчас я посмотрю. Вот так. Но лучше всего желтый. Я оставляю желтый. Чтобы оно сливалось. Вот так вот. Сцена еще. Ничего не написано. Тут я не знаю ничего. Я только знаю, что текст можно поменять. Вот так, короче. Его еще можно переместить, если вот этот глазик убрать. Вот. Как раз сейчас можно немного переместить. Сейчас. Вот так. Осторожненько делаем. И что в результате? В результате отличное интро у нас получилось. Так. Перед этим проверяем вот эти данные. Как оно будет выглядеть, 720p HD. Лучше всего выбирать 1080p. И где-то 30, я не знаю, что это такое. Фреймрейт. Тут можно перевести на русский, нет? Сейчас. Дополнительно.
Сейчас я переведу на русский. Что такое фреймрейт? Частота кадров. Лучше 60 выбрать, конечно. Вот, все. Можем отменить. Показать оригинал, вот так. Ну и все. И дальше, когда вы все это доделали, нажимаете вот этот старт видео рендер. Видео будет обрабатываться. Выбираете, какого формата оно будет. VEBM или MKV. Лучше всего MKV, хоть оно и в малых программах для монтажа используется, но не воспринимается. Можно переконвертировать его с помощью некоторых программ. Я вам их пока не показывала еще. А это, вот это, если быстрое, то качество будет плохое. Вот это обычное. А вот это самая крутая вообще графика, которую никто не может никак представить просто. Но это будет несколько часов занимать. Обработка это. А я обычно выбираю, как всегда. И у нас идет обработка. Пока подсчитывается, вот. И вот уже какая-то вот полосочка прямо проявляется. Я, наверное, поставлю на паузу, потому что это долго ждать придется. Вот, короче, я уже подождал, и вот уже все видео обработалось. Теперь надо нажать Download Your Video, что значит загрузить ваше видео. А это возвратиться. Опять, чтобы редактировать. Вот. Пошла загрузка, у меня тут все тормозить начало. Видите, курсор тормозит. Потому что грузится. Вот и все, мы можем открывать видео. Какая графика? Вот такое вот интро у нас получилось, вот такое вот крутое. Ну я вам хотя бы более-менее как-нибудь объяснил, наверное, что, как нужно пользоваться этим. Всем пока-пока и удачи!